Ну, как и все нормальные люди, я по молодости лет писал всякие разные стишки и рассказы. Это продолжалось довольно долго. И не то, чтобы я этого стеснялся, но просто никогда не относился к этому серьезно. Такая забава. Постепенно это выросло в то, что на все дни рождения всем своим друзьям я писал такие стихотворные поздравления, радостно отправлял их, и все было замечательно. Совершенно неожиданно для меня нашелся человек, который, прочитав все мною написанное, и стихи, и рассказы, и более того, проведя со мной немало вечеров и услышав все, что я рассказывал о том, где был, и главное не то, что где был, а главное, с кем встречался и что видел, совершенно определенно именно что заставил меня систематизировать это все, изложить на бумаге и отнести в то милое издательство, в котором я сейчас и нахожусь. Так родилась книжка, которая называется «По чуть-чуть», по той причине, что она, во-первых, первая из двух или трех, может быть, четырех. Там просто россыпью некоторые случаи из жизни. Они немножко веселые, немножко грустные. Но эта книжка совсем не обо мне. Повторяю, это о людях, с которыми я когда-то встречался, и сейчас встречаюсь, и которых я люблю, и они мне дороги.